Рекордное число первоклассников сядет за парты Сургута в этом году. 4802 ребенка уже в списках. Это 199 первых классов. В 2013-м цифра была немного скромнее – 4500 детей. Для размещения такого количества учащихся несколько школьных строений пришлось преобразовать. В этом году также нашли места для всех новеньких, причем с наименьшими рисками. Здание, которое сегодня сдается про гимназию на Комсомольском проспекте 13/1, по своему архитектурному воплощению, это уникальное здание, его мы называем здание-трансформер, которое небольшими ресурсами может превратиться как в здание детского сада, так и в здание школы. Новый дизайн, удобный формат, актуальные новости. Будьте с нами в центре событий.